Военную часть приезжает генерал с проверкой. Ходит, проверяет, технику осмотрел, бараки, тоже вроде бы все в порядке. И вот выстроились на плацу перед ним все солдаты, офицеры. И он их спрашивает: ребят, а как у вас тут с женщинами? На такой случай у нас есть слон, отвечают ему. Слон? Интересно, вы выкрутились из ситуации. А ну-ка покажите. Его приводят в ангар, в котором стоит огромный слон, и к нему сзади приставлена лестница. Оу, май. Генерал просто в восторге. Он говорит: не против, если я опробую? Конечно же нет, пожалуйста. Генерал взбирается на лестницу, снимает штаны, прикладывает слона сзади. И довольно спускается обратно со словами: ух, ребятки, ну вы даёте! А ему говорят: это вы даёте, товарищ генерал, этот слон у нас для того, чтобы на нём в деревню к девкам ездить!